нормальный кадр. Ну что, кто будет говорить? Я. Давайте я. Всем привет, и я говорю. Да потом. Всем привет! И вы сейчас на канале Велеслава энд Ко. Да. Со старшей группой. Да. Старшая группа, да? Наверное. По художественной гимнастике. Я оператор сегодня я. Меня зовут Ирина. Ирина? Ирина. Нет, ты не оператор, ты вообще-то актер. Да, актер. А вы оператор. Да, оператор, как всегда, не изменен. А я оператор, не говорит. Итак, девочки, что мы сегодня с вами задумали? Мы сегодня решили снимать челлендж «Повторять за гимнастками». Да. Да, будем искать интересные сложные видео. Да. А еще для начала у нас будет суперкрутой челлендж. Прокатись на мячике. Давай. Я знаете, знаю, что это. Три, два, один. Пуск. Это слишком близко было. Блин, я страшно. Ногами. Я сколько проехала? 4. На пятом заехала. Пробуем повторить. Сначала вот это несложное. Поворот с ногой. Итак. Приступаем к делу. Ульяна, твой выход. Ну, можешь начать на одинарный. Стяжка. Оп. Ну, класс. Теперь мы попробуем делать вот это. Вдвоем. Хоп. Хоп. Пам. Поддержка, давайте, пошли. Сильная девочка. Давай. Да не вставай, просто кувырок сделай. Ну хотя бы так, ладно. Так, теперь мы пробуем вот такое сделать. Колбаска. А после колбаски ты видела, что делать? Иди быстрее, скорее, беги, беги, беги. Ну, сделай две колбаски, две-три. И потом ножку. И прогноз. Обратно и прогноз. Назад. Другую. Еще, еще. На животе замерла. Все, ножку раз и прогиб раз. Молодец. Следующее. Хоп-хоп. И переворот. Она в шоке. Ой. То есть ко мне. Ладно, хорошо. Следующее пробуем. Оп и оп. Раз. Грудка. Червячок. Ну ладно. Так, теперь попробуем делать вот это бочку с шпагатом. Да, только придем мы покруче. Угу. А где
Молодец. Что она делает? А, вот это вот. Через поперечный, да, проводи. Натяни, натяни носочки, натяни. Обе ножки натяни. Вот, теперь обратно через такой же шпагатик. Да. И хоп. И стойка. Молодец. Так, мы сейчас пробуем вот это. За июлем. Перейти. Селёдочку какую-то. Креветочку, наверное. И вот. И все. И опять пройдет. Она краснёшься. Так, схватили ноги. Это у нас получилось. Вытягивай. Молодец. Кто ее покатает? Давай, помогай, Ульяна. Держись. Только ты держись крепче. А, ну ладно. Памс и обратно. Давай. И памс. Угу. Планше. Сейчас я разберусь. И обратно. Дальше. Это самая лучшая хореография. Хоба! Еще разочек. Хоба! Ручка. Сейчас. Угу. Теперь червячок в поперечный. Шпагат и... Ух ты! Ты уже начала? Ага. Ну, отработать и получится. Это? Да. А, я третий. Как дальше? Ну, червячок с ногой. Давай. Ну, хотя бы с коленочкой. Подождите. А ножка осталась? Только там где шпагат должен. Да. К ходу. Ну и шпагат встал. Села, точнее. Ну, все то, только высоко, хорошо. Червячок. Оп. Угу. Вы хотите за этим делать? Арина делает. Сюда. Ну, дальше. Оп. Получится. Не схватила, давай сейчас. Опа! Молодец. И вытягивай. У тебя же спина хорошая. О, схватила, умничка. Попробуем повторить всякую красоту. Все так прийти. Я думала 49. Что 49? Представь, еще не могу. Просто спасибо. Наверное, сейчас только. Смелый. И потом
Две. И по очереди выпрямляешь. Вот так, да. Можешь поменять местами. А теперь на локтях. Стойка. Стойка на локтях. В колечко она там сделала потом. Ну вот так, и поменяй тоже местами. А две ноги до головы сможешь? Или не устоишь? Ну, сделай переворот. Молодец. Теперь одна вперед. Прямая, другая согнутая. А, где это кушать? Да. Ты Ну, хоп. Повторим за рыбалет. Их любимую ногу. Рукой, рукой, тяни, 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 тяни. Туда, 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 туда. Булавами? Да что булавами привезли? Побежали. А. Ну, не знаю зачем. Мы с Ульяной. Колено. Алису ногу-то вытянешь. А у меня спина не держится. Алиса. Я только что сделала. Она говорит, целый круг или полный? Да, целый. Давайте я лучше на руках. Давай, давай, по. Самое тяжелое делать. Давай, давай. Угу. Вот, вот. Не забудьте вот это в конце. Булавки на даре. Блин, вверх ногами снимаю. Ну, идет этот. Да, я хочу это сделать. Давайте ну, до свидания. Конечно, не так идеально, как они. Все. Пока-пока. Ну что, справились? Да, да, наверное. Да, вы молодцы. Ставьте лайк. Да, вот такой огромный лайк. Всем пока-пока. Всем привет! И сегодня у нас челлендж «Попробуй повтори упражнения за знаменитыми гимнастками», ну или просто гимнастками. Они, кстати, круче нас. Но мы не хуже. Да, но мы не хуже, мы попробуем это все повторить. Поехали! И первое упражнение мы пробуем сделать такое. Кто смелый? И это упражнение попробую сделать Айдана. Молодец! Мы теперь пробуем вот это сделать. Это упражнение у нас сделает Настя. Попытается. Попытается. Девочки, все убрали мяч. Все. Айдана, да? Да все. Нет, ты еще должна была провернуться на березку, потом опять на грудку, а потом ногу свать. Когда березку руками подставляешь. Опа, под спину. Давай в березку. Ося, ты боже, ну ладно, не страшно. Теперь опять на грудку.
страховкой сначала. Сейчас я подержу Настю. И туда, получается, она должна крутиться. Туда, Настя, на зеркало надо было. Но она же тебе помогла бы. Хватаешь. И колбасишься. Молодец. Следующие. Все лишние мячи все убрали. Нам эти три мяча. Давай три. И колбаса. И это упражнение попробовать сделать Даша. Снова руку потеряла. А что, неплохо было бы? Ну так Даша не потеряла. Хорошо. Теперь вот так мы попробуем. И этот поворот попробует повторить Настя. А давай собачку, Даша, иди собачку. Вот-вот, ну молодец. Следующие. Даша, лови. И это упражнение попробует выполнить Алиса. Ну, так хотя бы. А еще попробуй забыть его Айдана. Тоже иди ласну руки себя. Ноги. Ну-ка еще раз делай, чтобы через шпагат, по-моему, да? Раз. Вот. Так, теперь мы пробуем. Равновесие. Обратно. Это равновесие сделает Настя. И уже не попробует, а точно сделает. Тихо! Да еще раз. Я тоже думаю. Только с равновесием проблема, да? Ну-ка попробуем. Повторить стопу такую красивую. А может это сделает? Ну Даша однозначно. Ну после Даши попробуем. Ну попробуем. А стоп у нас повторит Даша. Так не... Ой, косолапничина. Тянешь. Ну почему на мизинец-то? Пяткой в стаканчик. Вот так. Да. Ну еще дотяни, дотяни. Сейчас. Ну еще разочек проведи. Ну, почти. Сделай дырку. Вот. Пяточкой, пяточкой. Не косолапничек, а большой пальчик. Еще. Вот. Вот. Да. Ладно, хорошо. Пробуем закинуть ножку в колечко. А тут Макс сделает рейда. Пробуем задрать ноги. А это весь пробую сделать я. Кто еще желает? А еще я можно попробовать сделать Айдана. Она его сделает, в отличие от меня, у стены. Поперечный, поперечный. Вот так. Молодец. Все. Ого. Поперечка хорошенькая. Молодец. А без руки? Она с ноги ушла вообще-то. Но это другое, это танцевальный вариант. Оля, тебе вообще легко носочек надеть. Давайте попробуем. Пробуем повторить за Евангелиной. Попробуй
это сделать снова. Я просто нажимаю на педаль, и она опять жует. И последнее. Возможно, последнее. Да хватит все уже. Планшет, переворотик. Дай равновесие. Все? И мы попробуем сделать это втроем. Переворот. Коленки. И. И это точно последнее. И это сделает в очередной раз Айдана. Ну, чтобы я видела его. Вот. На этом все. Если вы хотите еще видеть видео с нами или как мы повторяем движение гимнасток, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Если мы под этим видео наберем 5000 лайков, то мы снимем продолжение. Всем пока-пока!